Давай на что, где, когда отправим. Можешь громче сделать, Сань? Тон добавь. Прикольно. Это как-то странно для ступицы. Это такое, когда никогда не слышал за много лет. А давайте колесико снимем и колодки отпустим. Давай. Еще раз. Класс. Сейчас суппорт открутим. Стой, давай еще покажу, чего на шипах в Европе не разрешают ездить. Такие следы везде. Сейчас тут видно. Хотя колесам 300 лет в обед, 2007-го, шипы Nokian, кто там рассказывал, что плохие шины. Шипы уже есть не все, но все равно работают. Вот такие следы остаются. И вот такие, когда на месте крутишь. Починил? Сломал. Сережка, осторожно, береги голову. Тебе надо каску, кстати, такую. Там пацаны в касках работают на этом, как оно называется, на институте химии. Не, крути. Не суппорт, не колодки. А ну, без тормозного. Музыкальная. Резинку смазать. Резинка точно, наверное, трет. Пыльник не оригинальный, наверное, трет поэтому. По стойке где-то. А может и нет. Что-то с Лексусом. Не, наверное, подшипник все-таки, да? Подшипник, наверное. Да? Похоже. Больше нечему. ВД-шка. ВД-шка спасет, да? Конечно. В виде тормозухи. Смотри, да нет, тут сейчас починит, специалист сказал. ВД-шкой новой модели. ВД-шка 21 века. Все, починил? Нет. Что-то, ну, чуть лучше, да? А, сейчас притрется. ВД-шка проникнет. Проникает уже ВД-шка, Саня. Все, смотри, какая. Та же и подшипник. На Харбуне, я говорю, поеду за подшипником, Саня. Я говорю, документы дома забыл, говорит, никто не остановит. Сопровождение включат, и будут тебя сопровождать до самого рынка, понял, специально. Да нет, а надо на Интеркарс быстро метнуться. Коробочка такая. Так, новые технологии пошли. Ого, тут ВД-шку достали, сейф. Это не ВД-шка. Это сейфа достали. Ремонт подшипников на весу, знаешь? Да. Сейчас починим. Да нет. Мы какой-то меняли даже ты тут. Ехал гудить? Когда-то. Да нет. Да тут, ну, сейчас за шипами это не слышно так. А, какой-то слышишь, на летней какой-то гудел или передний. Короче, я предлагаю сейчас пока ничего не трогать. Я как бы подшипник, сейчас бесполезно у меня идет. Я сам там смазки подшипкаешь. Ну там просто нет уже смазки в самом подшипнике. Я пока не буду. Думаешь? Не верю. Не-не, что-то был какой-то гул. Я только не помню, какая сторона. Да. Починил? Все? А ну. Все, все. В общем, говори, кому починить подшипник, подъезжайте. Есть специальная смазка. Только там неправильно. Заканчивается уже? Нет, там еще много. А, есть еще? Да. Ну сколько? Может, человек 20 может подъехать, да, на ремонт подшипника? Он чинит все, и двери. И двери чинит, и все. Убирают все скрипы. Что, все, нету звука? Нет. Ну все, пока поездим. А там будет видно. Жесткий, суровый. О, еще для веса еще догрузили. Блин, какие делали машины шикарные, суровые. Жесткий. На киевских номерах это не бляхи. Это ты один раз поставил наручник, Сережка. Елки-палки. Ну вот
как можно тебе доверять машину оставлять на... Один, да, с этим вот. Это жесть вообще. К ручнику моей машины, чтобы не подходил больше. Последний раз, слышишь, так мы же тогда сняли. Я говорю, Сережка, солдатик постави. А есть колодки или нет? Да сейчас едут иди. Колодки есть? Да я зафоткаю. Включи свет, то не видно ничего. Включи внутри, чтобы посветить, что там. Да там все нормально. Там колодки, не, посмотреть, колодки. Колодки мы сняли. Нет, колодки не снимали. Снимали на колодки. А где они? Да не было бы солдатик поставить. А где у тебя багажники? А где они? Либо ты в багажнике в коробке, либо дать. Я помню, что мы в коробку скинули, тебе отдали. Не, мне не отдавали ничего. Отъехать не могу. Слышь, так а где же запчасти? Русик, смотри, короче, запчасти вот. Вот. Не, вот тут, слышишь, вот пространство свободное. Изолента на мотор. Серега. Есть изолента? Ты что-то мне кажется, смотри, в прошлый вот, раз... Смотри, вот, запчасть-то. Сейчас я сейчас в прошлый раз не поставил ты мне что-то. Короче, надо этот, надо образец диска, остатки диска снять. Прыгай, сейчас Серега на работе. Суровый доволен. Так а где запчасти делись? Верните мои вещи. Там, не хватает, ты посмотри сколько. Это жесть вообще. Вот это я езжу. А я слышу, как-то неустойчиво машина работает. Ручником сильно тормознул, понял? Тормознул сильно. И все. И колодки вместе. Он еще ходить и ходить должен. Да конечно, там еще толщина. Я тебе говорю, это проблема из-за этого. Из-за этого, который поставил на ручник. Если ты ключик нормально? Да. Блин, ну сурово. Сервис полный, смотрите, друзья. Подменная машина сразу. Ё-моё, а чё она? Заводится! Минут 10 будет. Смотрите, как валит. Вообще, блин, аппарат огонь, слышишь? Может, на горбатый с ним поменять? У него доплаты нет, наверное. Горбунчик на месте. Так нормально валит, слышишь? Да? Ну, ракета. А где стеклоподъемники? Опустите мне окно. Нет. А, нашел. Вот они, смотри. А, да. Работают стеклоподъемники, электро. Так она до Танзании доедет, эта машина, без проблем вообще. Ну, тут, конечно, есть один минус. Какой? Кузов? Да. Сильно уставший? Да. А он говорил, только пороги легкие, ржавчина. Да. Или днище тоже? Нет, днище. Нормально? Да. Ты смотрел ее всю? Да. Мне ее просто предлагали. Так нормальная машина, я буду брать, наверное. В кредит, может, отдадут или вряд ли? Вряд ли. Че, нормально едет вообще без вопросов, слышишь? Нормально едет. 1,6 она, не? Да? 1,6, 16-клапанная, двухвальная. Смотри, как она валит вообще. Не заводилась, может, долго стояла, может, что-то... Может, что-то там какая-то мелочь незначительная. Ну, так устойчиво работает, нормально переключается. Масло, конечно, в коробке там, наверное, меняли, когда еще она была в Германии. Так, это пятая. Ну, давай третью. Вот третья. Четвертая. Вторая. Вот четвертая. Ну, так, чуть кулису там, ну, в принципе, не критично работает вообще машина. Просто ракета. Вторая. Такой нормальный мотор. Да, можно ездить. Сейчас возьмем тормозной диск. Тут места глухие, но диски тормозные на БХ-7 есть в продаже недорого. Пока по-быстрому. Все, друзья, взяли тормозные диски в идеале. Легкая БУ с немецкой машины. Состояние почти новое называется. Ну, чуть-чуть износ вообще минимальный. Сейчас будем лететь, все. Все хорошо. Друзья, нормально, ничего не тарахтит, все тормозит, все починили. Это жестяк вообще, конечно, неожиданный поворот с тормозным диском. Это вообще, ну хотя ему много лет, конечно. Вот тут я ехал,
не заметил, студент поставил на ручник. Ручник, тут ему педалька ему понравилась на подъемнике, решил на ручник поставить. И вот тут зимой еду, и так в поворотик заложил, думаю, чуть-чуть пущу в дрифт. А оно, так как ручник был подклинен с легонца, оно так раз и сюда в бровочку я так и уперся мордой. И после этого диск сломался. Ну, такое. И после этого еще мы туда заглянули, выняли все, что там выпало. И потом он сломался. В общем, всем пока, до встречи. Вот наша танковая. Уже, конечно, подсохла быстро. Быстро все сохнет. Ну, там дальше хорошие места есть. Кардан скоро поедем искать. До встречи, всем пока.